первую в мире виртуальную социальную сеть, которая построена на принципах человеческих алгоритмов. Каждый из этих треугольников — это определенная профессия или направление какой-либо компании. Рейтинг — это главная наша фишка в этом проекте. В зависимости от влияния, аккаунты находятся на расстоянии от центра дальше. То есть с низким влиянием находятся ближе к центру, с большим влиянием, влияние, которое может различаться в тысячу раз, будет находиться ближе к краю сферы. Сегодня в интернете получилось так, что мы не видим рейтингов людей, и даже обычный дворник может вступить в спор с профессором, со специалистом в какой-либо области. После того, как появились рейтинги у таксистов, мы видим, что нет приятнее людей, чем нежели таксисты. Здесь будет записываться история всех людей, то есть любой человек может поставить рейтинг другому человеку и таким образом, значит, влиять на его движение по рейтинговой лестнице. Также мы предлагаем трехмерное пространство, в котором будет храниться информация. Сейчас информация у нас хранится, носки вместе с ложками лежат, а в реальном мире мы всегда знаем, где лежат носки, где лежат ложки. На сегодняшний день конкурентами нашими являются, естественно, социальные сети, такие как Facebook, LinkedIn, а также eBay и HeadHunter. В этот проект вложили около 100 тысяч, и думаем, что будем зарабатывать как place market в этом 3D-пространстве. У каждого будет свое, на свой вкус. Также мы можем зарабатывать деньги на транзакциях в интернет-магазине и таргет-реклама, поскольку это еще и профессиональная сеть. На сегодняшний день вложили около 100 тысяч, и думаем, что где-нибудь за полтора года мы сможем подняться, потратив около 4 миллионов, вложив этот проект. Наша команда состоит из специалистов, ну вот наша команда. Все, спасибо большое.